Дожди на вес золота. По данным гидрометцентра, с середины апреля осадков в области выпало в два раза меньше нормы. Хуже всего ситуация в южной зоне. В 15 районах губернии из-за высокой пожароопасности ограничено посещение лесов. Напряженной становится ситуация и на полях. Почвенная засуха уже зафиксирована в Алексеевском и Безенчукском районах. На юге засуха пока только атмосферная. А зима еще более-менее, скажем так, ну, в более благополучных условиях, потому что они берут влагу из более глубоких слоев почвы, у них большая корневая система, а яровые испытывают стрессовую ситуацию, потому что корневая система небольшая, верхний слой пересыхает, и они получают недостаточное количество влаги. Дожди, которые прошли в конце июня, улучшили картину лишь в Клявлино и Шигонах. Но прогнозы синоптиков на ближайшие недели неутешительны. В июле температура воздуха будет выше нормы, а осадки лишь 2/3 от необходимого количества. Власти соседней Ульяновской области уже ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе в нескольких районах. Там наблюдается гибель яровых культур. В Самарской губернии режим ЧС пока не объявлен.